Курильские острова, Кунашир и Туруп, Шикотан. Наверное, почти каждый не раз слышал о них, но побывать в этих удивительных местах довелось далеко не каждому, даже из тех людей, кому тяга к путешествиям не дает надолго оставаться дома. А для многих эти названия, наверное, вообще звучат как места из другого мира. Хотя от Москвы до Южно-Сахалинска можно долететь на самолете всего за 8 часов, а потом еще чуть больше часа до Южно-Курильска, городка на острове Кунашир. Коренными жителями Кунашира были айны. На их языке Кунашир означает «черный остров», что, видимо, указывает на природу острова. Темно-хвойные леса, темные почвы и сумрачный облик шлакового конуса вулкана Тятя, кроме которого на острове находятся еще три действующих вулкана. Когда-то айны жили также и на территории России, в низовьях Амура, на юге полуострова Камчатка, Сахалине и Курильских островах. Однако в настоящее время айны остались в основном только в Японии, где их численность составляет около 20 тысяч человек. Из аэропорта Южно-Курильска нас отвезли на побережье. Палатки пришлось ставить на песке, и замечу, что это не самое лучшее место для ночевок. Песок тут очень мелкий, и он неизбежно забивается и в одежду, и обувь, и даже попадает в пищу, но в данном случае выхода у нас не было. Кстати, расстояние от Кунашира до Японии совсем небольшое. В некоторых местах остров Хоккайдо виден невооруженным взглядом. Так вот, включив в какой-то момент телефоны, ребята оказались подключены к японским вышкам мобильной связи, и со счетов телефонов тут же улетела немаленькая сумма. Переночевав, мы отправляемся к кальдере вулкана Головнина, старейшего и самого южного вулкана Курильских островов. Вулкан назван в честь Василия Михайловича Головнина, вице-адмирала и исследователя, который в 1811 году был пленен японцами в этих местах. Тут расположены два минерализованных озера, горячее и кипящее. Признаюсь откровенно, горячее озеро не слишком отвечает своему названию. Вода в нем вполне даже прохладная, и купаться в ней не слишком комфортно. К тому же и погода не очень располагает к водным процедурам. Кипящее значительно теплее. Оно расположено на месте кратера взрыва вулкана. Из-под земли, из многочисленных фумарол, вырываются облака едкого пара и горячей воды. Сама вода в озере очень сильно минерализована, и желающим окунуться в нее, видимо, не стоит надолго тут задерживаться, поскольку в воде большая концентрация мышьяка и тяжелых металлов, не слишком полезных для здоровья. В кипящем, тем не менее, в местах выхода пресных ручьев можно встретить небольших рыб. В озере также обитают мелкие ракообразные и другие представители фауны, приспособившиеся к кислой воде. Кстати, соединяются эти два озера рукотворным каналом, построенным еще японцами. Август не самое лучшее время для путешествия по Курилам. Пасмурных дождливых дней в это время значительно больше, чем солнечных. Нередко все затягивает туманом, из которого беспрерывно сыпется мелкая морось. Вроде бы и не дождь, но одежда все же впитывает влагу. Тенты от палаток по утрам мокрые, что добавляет к весу и без того нелегких рюкзаков лишние полкилограмма. Одно хорошо, и днем, и ночью температура практически одинаковая и довольно теплая. Необходимости в термобелье и в спальных мешках с температурой комфорта выше плюс 5 градусов нет. Я вообще часто спал не укрываясь, да еще и приоткрыв палатку, в которой было довольно душно. Следующее интересное место, которое мы запланировали посетить на острове, это вулкан Менделеева. Дорога порой ведет сквозь сплошные заросли бамбучника. Кстати, это единственный вид бамбука, произрастающего на территории России.
Хорошо хоть, что тут есть тропа, но разглядеть ее в сплошной стене растений бывает порой не так просто. Ближе к вулкану заросли заканчиваются, и дорога ведет вверх по термальному ручью. Вода издает довольно сильный неприятный запах, и в некоторых местах клубится паром. Пить из такого ручья, наверное, не придет в голову даже самому отчаянному любителю экстрима, так что запастись водой на дорогу лучше заранее. Свое название вулкан Менделеева получил в 1946 году и относится к особо охраняемым природным территориям. Вулкан действующий, и в его глубине время от времени происходят серии толчков землетрясений, что в свою очередь ведет к усилению выбросов газа, высота столбов которых достигает порой 200 метров. Запах вырывающихся газов не слишком приятный, а их температура превышает 100 градусов. По дороге к вулкану мы видели остатки каких-то металлических конструкций. По некоторым сведениям, там располагались серные заводы японцев, которые добывали сырье как раз из этих дымящихся фумарол. Сейчас даже трудно представить себе те адские условия, в которых трудились рабочие, добывающие это сырье. При подъеме на вершину вулкана закон подлости проявил себя по отношению к нам в самой полной мере. Всю дорогу вершина вулкана была затянута густой пеленой тумана, и сверху совершенно ничего не было видно. Но стоило нам спуститься на фумарольное поле, как туман раздуло, однако повторять восхождение у нас уже не было времени. Обратная дорога к палаточному лагерю совсем не близкая. Часть дороги проходит по так называемой медвежьей тропе. По ней вышедшие из спячки медведи спускаются в долину ручья, чтобы полакомиться там молодыми ростками только что появившихся растений. Путь к лагерю проходит мимо небольшой термальной ванны, и ребята, конечно же, воспользовались возможностью немного полежать в горячей воде после довольно утомительного перехода. Эта ванна не единственная, что встречалась нам по дороге. На Кунашире есть множество мест выхода на поверхность термальных вод, и в некоторых из них созданы вот такие озерца с горячей водой, а на горячих источниках Чайка сооружен целый бассейн, где ребята даже устроили шуточные соревнования по плаванию. Кстати, за бассейном тщательно следят и раз в неделю сливают из него воду, а потом моют. И все это счастье абсолютно бесплатно. Что касается диких зверей, то на Кунашире их, конечно же, великое множество. Медведи попадались нам несколько раз, и этот хозяин тайги тут совершенно не пуганный, поскольку передвигались мы в основном по территории заповедников, где охота запрещена. На одной из стоянок даже пришлось осуществить ночное дежурство, поскольку пришедший к нам Мишка совершенно не боялся петард и других средств пиротехники, которыми мы пытались его напугать, и долгое время бродил ночью возле нашего лагеря. Но гораздо больше неудобств нам доставляли лисы. У ребят из другой группы, стоящей от нас неподалеку, вообще случился анекдотичный случай, когда лиса, вцепившись в довольно тяжелый рюкзак, пыталась его утащить. Хозяин рюкзака ухватился за него с другой стороны и принялся тянуть на себя, но лиса и не думала отпускать добычу, а только тянула в свою сторону, недовольно рыча при этом. На другой стоянке лисы ночью стащили у нас две пойманных вечером рыбины и к тому же прогрызли пластиковую бутылку с сахаром, создав тем самым дефицит этого продукта. Лисы приходили с наступлением темноты, и светя по сторонам фонариком, можно было видеть тут и там яркие точки их глаз, отражающих свет фонарей. Зрелище не для слабонервных. Дальше наш путь лежит через мыс Столбчатый. Это место – одна из главных изюминок Кунашира.
мыс образован выходами базальтовых лав вулкана Менделеев, которые при контакте с водами Охотского моря образовали шестигранные колонны. Пройти мыс не так-то просто. Колонны представляют собой своеобразные ступени, однако расстояние между ними порой достаточно большое. Кроме того, буквально под самыми ногами тут плещется вода, и порой приходится ждать момента, когда волны не захлестывают мокрые и оттого скользкие каменные ступеньки. Нам повезло, что мыс мы проходили в момент отлива, и почти всем удалось перебраться через него, практически не замочив ног. Каменные колонны порой сравнивают с гигантским органом, и надо заметить, что подобное сходство действительно есть. По всему миру насчитывается несколько десятков подобных ячеистых базальтовых скал, но крупных и при этом хорошо сохранившихся всего две. Мыс Столбчатый – одна из них, вторая – мостовая гигантов в Северной Ирландии. По острову течет бесконечное количество ручьев и речек, впадающих в море, и, двигаясь по его берегу, нам не раз приходилось переходить эти речки вброд. Это занимало довольно много времени, но в период нереста речки – это, конечно же, еще и рыба. Сразу замечу, что ловить рыбу в это время на спиннинг и удочку можно без всякого разрешения. Рыбацкие артели вылавливают идущую на нерест рыбу сотнями тонн, иначе откуда бы взялась в таком количестве красная икра, которую можно купить, наверное, в любом крупном магазине. Мы, конечно, тоже ловили рыбу, делая из нее уху, запекая на углях в фольге или жарили на шампурах. Ну а красная икра вообще готовится за несколько минут, и мы ее ели столько, сколько захочется. Местные жители относились к нам очень приветливо, за что им большое спасибо. Нас не раз угощали рыбой, давали хлеб или картошку для ухи, а однажды даже подарили 2-литровую бутылку с пивом, которое пошло просто на ура. Во время путешествия одна из наших участниц сильно простудилась, и пришлось вызывать сотрудников МЧС, чтобы эвакуировать ее в больницу с подозрением на коронавирус. И буквально на следующий день в местных новостях прошла эта информация. К счастью, болезнь оказалась обычной простудой. Однако, когда после Кунашира мы отправились в путешествие по Сахалину, в новостях прошло сообщение, что наша группа была замечена и там. Так что можно сказать, что слава, пусть и довольно сомнительного характера, в этом походе бежала за нами по пятам. Последнее значимое место, которое мы собирались посетить в этом путешествии, это вулкан Тятя, второй по высоте вулкан во всей Курильской гряде и высшая точка острова Кунашир, 1819 метров. К сожалению, тут, как и на вулкане Менделеева, вершина в этот день оказалась плотно затянута туманом, но и на шлаковом поле, раскинувшемся у подножия кратера, виды открывались совершенно фантастические. На старых картах эта гора обозначалась как пик Антония, названная так в честь голландского губернатора Индонезии, организовавшую экспедицию к берегам Курильских островов. На языке айнов, коренных жителей острова, вулкан назывался Чачинапури, то есть «Отец гора». Японцы назвали его Тятя-Даке, что привело к русскому названию Тятя, то есть «Отец». И это удачно совпало со смыслом первоначального айнского названия. Последнее сильное извержение произошло тут в 1973 году и было таким сильным, что пепел достиг острова Шикотан, расположенного в 80 километрах. На следующий день мы отправляемся в обратный путь. Впереди 2,5 дня до места, где нас заберет машина и доставит в порт Южно-Курильска,
откуда мы на корабле доберемся до Сахалина. Первые полдня шли под непрекращающимся дождем, и обувь промокла так, что встречающиеся речки мы переходили вброд, даже не снимая ботинок. А едва дождь закончился, как нас атаковали полчища слепней, так что пришлось надевать одежду с длинным рукавом, несмотря на довольно теплую погоду. Но все эти мелочи, конечно же, не могли испортить общего впечатления от этого незабываемого путешествия. Поход заканчивается. Совсем скоро все мы разъедемся по домам, но в нашей памяти навсегда останутся воспоминания о шуме прибоя сурового и холодного Охотского моря, аскетичной красоте дымящихся вулканов, непролазных зарослях бамбучника, расслабляющем и ласкающем тепле термальных источников и о многом-многом другом. Природа Курильских островов очаровывает, и даже тех, кому довелось побывать в самых разных уголках России и не только, Кунашир не оставит равнодушным. И, конечно же, это здорово, поскольку человек до тех пор молод душой, пока он не устает удивляться и стремиться к новым впечатлениям.